эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Склонность к агрессии и взрывной темперамент очень характерны для владельца этого имени. Эти люди ответственны и терпеливы. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Данному имени приносит удачу цвета солнца – золотой, желтый, бронзовый. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.